Шестое правило тоже очень необычное. Оно гласит, что есть пищу можно только тогда, когда открыта правая ноздря и воздух проходит через правую ноздрю. Оказывается, в течение дня наш нос не работает одинаково. И ноздри работают попеременно, то есть воздух проходит больше то через правую ноздрю, то через левую. И полностью ноздри открыты только очень короткое время, около 15 минут, только рано утром. И тогда воздух проходит одинаково через обе половины. Считается, что дыхание через правую ноздрю разогревает организм, а через левую охлаждает. Итак, для того, чтобы принимать пищу, мы должны, чтобы тело наше было немножко разогретым. Для этого как раз и существует это правило, гласящее о том, что правая ноздря должна быть свободна. Если правая ноздря у вас перед приемом пищи забита, то есть можно просто закрыть левую ноздрю и раздышать правую половину носа. Это приведет к разогреву питания и к раскрытию капилляров, что, так сказать, и будет соблюдением вот этого шестого правила.